Вычитает, так вычитает. Я Как сказал, что вы дела? за городом работаете. А это, в общем, неплохо. Что за ней А вы где сказал, находитесь? город Харьков. Меня зовут Александр. Очень приятно, Александр. Меня зовут Максим. Я в Санкт-Петербурге нахожусь. Хотел узнать, как у вас дела? Да тут Максим Сахарович. Наши далеко? Ну, как-то их сейчас подвинули от Харькова, к сожалению. Ну, к сожалению, Да, или они сами ушли? Вы от своей позиции как отталкиваетесь? Ну, под действием, там же большие потери были среди российских военнослужащих. Много техники сожженной. Угу, понимаю. Оставили позиции, побросали разбитую технику, трупы. Я позвонил, и отошли к российской границе. Ну, к российской, от Харькова до российской границы очень далеко. Вы не правы. Очень далеко. То есть да, недалеко далеко. Отошли. Немножко. Отошли недалеко, но до российской границы далеко. Вы не нет, правы. От Харькова до российской границы тоже недалеко. Пожалуйста, пожалуйста. Ну, тут логика, как и до границы недалеко, и отошли недалеко. Ну, я понял, о чем вы говорите. Что, блядь? Александр, вы сами в теробороне? Я нет. А почему? Нет. Потому что я работаю с нашими военными. Юлька, вы его можете... Я гражданский человек, который работает в интересах украинских военных. Очень интересно, но не совсем это понимаю. Ну, вы знаете, что есть, например, гражданские специалисты, которые могут заниматься вооружением. Но это тыловые войска. Тыловые войска нет. Ну, я не знаю, можно ли это назвать тыловые войска. Я работаю в интересах украинских военных. Я радиоинженер и занимаюсь дистанционным управлением оружием. Ну, опять-таки, вы, значит, я понял. Можно вопрос? Ну, таможня, наверное. Как у вас там с оружием? Хорошо, неплохо. Но так, хотелось бы, конечно же, и больше, и лучше. Так а что вы тогда джавелины там свои какие-то там подтягиваете, не свои? Не свои так, джавелины, в потому что Украине, это эффективное, замечательное оружие. Да, нет, это подожди, которого, вы... кстати, нет, это же комплекс нового поколения противотанковый, которого нет у России, например. У ну, вас же нет подобных систем. Так в Украине нет систем вообще никаких. Танки, украинская есть замечательный противотанковый комплекс «Стугна». Тоже очень хорошо вместе с «Джавелином» работает. Первый кстати раз говоря, управляется дистанционно, в отличие от российских комплексов. Имеет возможность дистанционного управления, когда рядом с пусковой установкой нет оператора, нет украинского военнослужащего. И так, это замечательно. Подождите. Зачем оператор? Я с наших стрелял. Зачем оператор? Ну, раз ты вы навелся, стреляли, вы же управляли этой самой управляемой ракетой. Вы же осуществляли прицеливание. Он прицеливает, берет движущую цель, и все, выстрел, ты ее откинул. Это какой ушел. Комплекс, про какой комплекс российский вы говорите? Зачем вы бредите? Про какой российский комплекс вы это рассказываете? Зачем вы это бредите? В целом, да. В целом вы о чем говорите? Ну, он сейчас, вот, вы сейчас, Александр, правильные вопросы задаете. Нет, он сейчас... Я задаю один глобальный вопрос. Он сейчас, ну, правильный если вопрос вы, как вы говорите, пользовались или использовали какой-то противотанковый ракетный комплекс, о каком комплексе вы говорите? Про наш российский... Да, про ваш российский, какой комплекс вы имеете в виду? Я служил в секретке в Калининградской области. Я не очень хочу об этом говорить, если честно. Я понял. У вас нет подобного класса противотанковых ракетных комплексов, поэтому нет. Вы не сможете его назвать. Это открытая информация.
Нет, не вопрос. У нас, допустим, нет, или это закрытая Мы не говорим информация. про РПК, мы не говорим Я про говорю РПК. про Это... управляемые противотанковые ракетные комплексы, не про гранатомет, а противотанковый ПТУР, противотанковый управляемый ракетный комплекс. Не использует, Олег, не Вот эти использует. штуки, Да. про которых вот этот данный товарищ Да, говорит. он Да? говорит. Я сейчас, Александр, в дискуссии с вами, сейчас к товарищу, говорит, они Не, используют это. мне просто Они интересно. Я просто используют это. про вот вашу штуку, которую вы сказали, да, там как называется еще раз, если можно. Стугна. Противотанковый управляемый ракетный комплекс. Стугна. Противотанковый ракетный управляемый комплекс. Но Стугна. про Стугну я не слышал. Я Я первый раз от вас понял. слышу. Вы знаете, ваши танкисты тоже не слышали, потом уже горели в танке, уже как бы тоже слышать уже не могли. Ну да, Ну да. да, не спорим. Ну и наши Да. танкисты тоже горели в танках, поэтому тут дело такое, война. Ну, я понял, дело война, поэтому, так сказать, пусть горят сердечные. Да не то, что Не пусть хрен горят сердечные. ездить. Ну, нехрен не то, что ездит. Ну, давайте уже, если уж так прагматично рассуждают, ну, дело такое, военное, погибают Дело и с такое военное. вашими. Так обратите внимание, что наш военнослужащий управляет комплексом «Стугна» на расстоянии дистанционно. То Ну, есть он вот может это это очень делать интересно. из укрытия, не из того места, где ракета стартует. А ваши Она... танкисты сидят в танке, который горит в результате, взрывается боекомплект БК в результате попадания этой замечательной противотанковой ракеты. И все. И красавцы, и крематорий, как Подожди, говорится, я прошу готов. прощения. Вас как Ну, зовут еще раз? Александр Василий его зовут, зовут. Александр, Александр, да? да. Пусть Александр, уже да, говорит вы Александр. простите, пожалуйста, наши танкисты в противодействии ваших там вот этих вот, как там, Стугна, да? Стугма, стугма. Стугма, Да-да-да-да. да. Почему-то приехали на Азовсталь На и танках вынесли. приехали в Ну, Азовсталь. Под хрень. Харьковом ваши танкисты потерпели очень серьезные потери. Ну так Разбиты, наш день горели задания за... Т-80, Т-72Б3, Т-90М, прорыв. ясно, я не стоп, стоп, Замечательно, да, Александр, уничтожались противотанковыми ракетными комплексами. Кстати, Александр. под Мариуполем тоже были достаточно большие потери и танков, и бронетехники российской. Александр, Никакой потери не было, Александр, да? Александр, вы очень неправы. Я Вы очень не очень прав. В чем? Что неправы. под Харьковом нет сгоревших танков, я это сам видел. Нет, я Есть, прошу нет. прощения, а с вашей стороны украинские потери нет? Они там это на Я же прогулку вышли, говорю, что я привожу вам пример, что наш военнослужащий управляет противотанковым ракетным комплексом «Стугна», сидя в укрытии, не находясь рядом с пусковой установкой. А ваши три чучундры танкиста сидят в танке в результате попадания этой ракеты, превращаются в пепел, и мамы нашим даже танкистам не надо никуда не выходить, чтобы получат управлять даже снарядом. тело для На два захоронения. человека экипажа, ёпта, они Вы управляют немножко всем танком. сами Управляют танком, ну да. себя Украинский не военнослужащий, солдат, сержант управляет ракетой дистанционно, а ваши Вы танкисты думаете, управляют танком, сидя в этой нахуя танкисты, если замечательной все не может там бронекоробке, сидеть? которая Куда он попал? превращается Да. в мобильный крематорий на гусеницах. Все уже, да?